друзья. Репортаж ведем с Алада, с Красного моря. Всем удачи, хороших просмотров. Сейчас погуляем по Элату и в Аквасар подводим, как всегда. Удачи, товарищи, и здоровья. Всем пока и привет от меня. Вот и кончилось лето, и нам с тобой. Ясно вдруг, как нелепо, ушла любовь. Но заметили поздно, и ты, и я, ее легкую поступь под шум дождя. Но не дано нам повторить лет. Вот, как всегда, опять ребята пригласили, опять едем в Аквасар, куда еще можно ехать в Алате. Опять под воду, да, хорошо пацаны работают, турист доволен. Опять делаем пятую серию,
Как всегда, Квасар на юга. Все, едем опять. О, Боря живой, нормально все. Привет. О, Шура тоже едет. Привет, пацаны. Все, все в сборе, да. Ну, тогда едем на юга. Аквасар, товарищи, и как всегда, под воду. Утро, ребята готовятся к встрече туристов, готовят опять аппараты. Все как всегда, все идет по плану. Ну все, ребята подготовились. Сейчас минут 10 перекур и турист повалит. Все запланировано, ждут времени, аппараты готовы. Как говорится, 5-минутка, перекур и за работу. Боря готов. Все готово к туристу. Молодцы. Смотри, не обижай никого. Киев уже передали своим там братанам привет. Все нормально. Молодец, не опозорил Киев. Лучший из лучших. Саня, молодец. Урал весь тебя смотрит. Гордость Урала. Мамане привет передаст. Обязательно. Все правильно. Вот это сын, молодец. Шеф, как всегда, в гордом одиночестве готовит компьютер. Обработка идет, все, подводные съемки. Это на его плечах. Ребята готовы, команда готова. И скоро начнется. Ну все, шеф проводит последнюю 5-минутку. Дает задачи ребятам, планы. И вперед, ждем туриста. И не забываем, Аквасар, товарищи, Аквасар, все сюда. Как только в Израиль, все в Элат, Красное море, Аквасар. Все красоты подводного мира у вас будут, у ваших ног. Все сюда, товарищи. Все, туристы пошли, сейчас ребята начнут работать. О, сегодня многовато желающих. И все хотят под воду. Ну, ребята, держитесь. Это начало дня только. Пошел турист. Аквастар.
устали, ребята, уже идет конец рабочего дня. Наверное, сегодня человек за 20 туристов уже падают с ног, пацаны. Еще, наверное, 2-3 погружения. Ну ничего, прорвутся. Здесь съемка туриста. Очередной турист пришел, ребята, с центра, с Холона. Сейчас окунутся в прекрасный мир подводный Красного моря. Прошли консультацию, инструктаж. Сейчас на радостях фотографируются и под воду. Да, правильно, смотрите.
Шура, кто это? Девушка твоя? Девушка. Ты умеешь выбирать, молодец. Всегда красавец. Удачи. Все это Аквастар, товарищи. Ребятушки наши отдыхают сейчас после погружения. Решили гопом побаловать. Шура сегодня за повара. Давай, погрейте, правильно, кипяточком. Конечно. Боря, потусал? Отдохните, отдохните, столько погружений. Вот они, дайверы там. Уже человек по 10. Часа 3-4 под водой ребята устают. Но все равно идут вперед. Молодец. Это наш киевский дайвер. Молодец, парень отдыхает, устал, правда, но ничего. Работа у него тяжелая. Так что киевляне можете гордиться своим земляком. Молодец, парень. Аквалангист номер один в Элладе. Ребята со своими русалками сегодня поприехали. Веселее, говорят, работать. Аквастар, товарищи, Эллад. Добро пожаловать. Ребята всех ждут. Прибытием на большую землю, шеф. Помоги,
кого мы видим? Антон, привет. Маме, папе, привет. Я понял. А ты на тренерскую работу перешел уже? Все, начал заниматься более серьезно. Правильно, учи молодежь. Да. Это один из лучших дайверов Израиля. Вот он следующий в очередь. О, это твой ученик, да? Да, да, сейчас работает вот так, молодец. Ну давай, Антон, удачи тебе. Папы, мамы всегда привет передадим. Как всегда. Девушка свою тренирует. Да, любишь даже? Что вы говорите? Наконец-то. Антон кого-то полюбил. Это уже хорошо. Удачи, товарищи, удачи. Вот и закончился трудовой день. Ребята закончили. Туристов очень много. Все сносится на базу, закрывается и до следующего дня. Thank you.
Все, товарищи, вечереет. Рабочий день закончился. Всем удачи, счастья. И до новых моих встреч в Элате. Как на суше, так и под водой. Пока-пока.